Представление о самом себе как о человеке приводит Рембрандта к новому пониманию и своей роли художника. Это мы и находим в поясном луврском автопортрете 1660 года. На нем Рембрандт изобразил себя в момент раздумья, прервавшего его работу над холстом, укрепленным на поставленном к нам боком мольберте у правого края картины. Падающий слева и сверху свет выделяет белую головную повязку и скользит по старческому лицу. Черты его полны спокойной, мягкой печали, но борьба света и тени придает им выражение тревожной и несколько неуверенной работы мысли. Изображение трагической духовной жизни человека с величайшим пониманием и состраданием – так мыслится цель искусства художника – жизненным путем, душевным складом и миропониманием, которые составляют этот портретный образ. Две особенности луврского автопортрета сразу же бросаются в глаза. Прежде всего, Рембрандт впервые со всей откровенностью и полнотой изобразил себя как живописца во всеоружии своего ремесла, не только повязавшим голову светлой повязкой и накинувшим коричневый рабочий халат, но и перед начатой картиной. Взяв в левую руку несколько торчащих кверху коротких кистей и палитру, а в правую длинный муштабель, Рембрандт остановился слева перед неоконченной картиной и повернул к нам свое старое, некрасивое, замученное, но мудрое лицо. Зритель невольно встречается с взглядом умных и в то же время насмешливых глаз, и его неудержимо тянет снова заглянуть Рембрандту в лицо. При этом он словно слышит горькие слова: «Вы пытались меня уничтожить, унизить как художника, но я был и остаюсь художником, и я горжусь своим ремеслом живописца». При этом Рембрандт показывает не парадную сторону своей профессии, но воссоздает атмосферу повседневного труда. На этом эмоциональном фоне с беспощадной выразительностью выступает облик художника, каков он есть на самом деле. Облик глубокого старика, несмотря на то, что ему всего 54 года, со следами горьких раздумий после перенесенных ударов. Его бывшее, когда-то таким свежим юным лицо, стало старчески одутловатым и сморщилось. Пышная шевелюра, ровно как и закрученные усики и острая бородка, исчезли, уступив место плохо выбритым щекам и двойному подбородку. Тело болезненно располнело, но осанка осталась такой же гордой, а глаза под нахмуренными бровями светятся полной какой-то новой жизнью. И это вторая особенность луврского портрета. Трудно представить себе более разительный контраст в самоистолковании, который демонстрируют автопортреты Рембрандта. Многозначительность и загадочность намеренно вкладываются художником во многие из последних автопортретов. В старости он мудрый волшебник, Фауст. Он знает то, что неведомо другим, ему подвластна магия светотени и красок. Его проницательный взор умеет скрывать сокровенные тайники человеческой души.